Короче, плотность на бумагу. Два для сыра. Да, А может, сфоткался бы с ангелами? Нет? Люди подходят, фоткаются. Сейчас выгоняют, мальчики, все. Мы тут... О, еще ангел. Сколько их тут? А что, сколько шариков вообще стоит? А сколько этот шарик стоит? 8 рублей. Вот этот цветной? Да. 8? Да. Слышишь, Макс? Ушел. Надо шарик такой. Надо? Че, он нормально светит, долго? Ну да, да, это можно, если что, батарейки менять. Батарейки можно менять. Надо такой шарик, Макс. Макс, подожди, вот какой. Не, бери нормально, тут что-то не горит нифига уже. А как он включается вообще? Ну вот, кнопочка здесь учебная. Вот, можно тут поменять батарейки тут вот. Максим, помоги. Он нормально светит, я его... Вот этот вот. Да, тебе советуют, девчонки, классно. Дай ему. На, дашь ему. Давай я дам 2 рубля. Ладно, уже какая разница, мне кажется, уже... А как он не сломается? Как он, что он там вообще сейчас распался? Не, не сломается. А, нормально светится все? Посветите мне, пожалуйста, я ничего не вижу. Даша. А чем светить? Даша, сейчас. Мне даже даст подарок. Сейчас, мне твоя улыбка не поможет. Все, я нашла 2 рубля, держите. Угу, спасибо. Погнали. Да все, погнали. Пошли. Будешь ходить, как парень. Ладно, мама вам заставит. Свой, Макс, свой салют в руках. Считай свой салют в руках у тебя, Макс, да? Прикольно. Классно. О, на камере даже красиво смотрится. Я вас сниму, как таких ребят. Крутых. Звезда красивая. Ну просто красивые эти шарики, я не знаю. Да, классно. Надеюсь, поработает нормально. Ну, я говорю, нормально работает? Да, да, вообще батарейку сменить, типа и все. А у того не светится, смотри. Кстати, может режим какой-то еще есть такой? Наверное, на кнопочку нажимать. Да, вот там основное столпотворение, вот отсюда и будем снимать, отлично. И сегодня мы классно подтянулись. Ну да. Так, 9 мая, сейчас будет вот-вот салют, вот-вот салют. И мы уже идем, мы уже готовы, на самом деле. Хотя у Макса свой салют, конечно, в руках уже. Но мы еще один посмотрим сейчас, мощный салют. Вот, дальше не пойдем, ребят, наверное. Там плотненько что-то уже. Просто нам до хорошего обзора там среди них. Все, Максим, ждем тут. Расположимся вот здесь сейчас. Сейчас он будет вот здесь прям где-то, Макс. За звездой, я так понимаю. Я вот так вот его словлю. Вот так вот. А, вот прям звезда. Звезда, звезда, звезда. Ну, посмотрим, ладно, если еще опущу камеру. Ладно, мы отвечаем, наверное, съемку. Или салют, видите? Звезду. Что? Звезду. Звезду? Нет, так нам салют видно не будет, если мы в звезде станем. Он где-то вот здесь сейчас будет весь красивый, понимаешь? Держи хорошо шарик, чтобы не падал. А как он у тебя вообще, мягкий? Мягкий. Надо осторожно мазать. Его не ударяй ничего, потому что он мягонький очень. Его можно парить. Осторожненько с ним. Будь. И у тебя он долго будет работать. Красивенько тебе будет работать. Так, 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 так. Как он получается вообще? Нет?
О, видишь, сменил Макс моего. Видишь, Макс отличил вообще. Ты умеешь пользоваться? Да, Макс умеет. О, светится. Макс, повернись сюда. А ну, Макс, я, значит, повернись, тебя мама, тебя мама сфоткает на звезде. Включай шарик. Включай шарик. Смотри сюда, улыбайся. Шарик. Улыбочку. Да, я думаю, отсюда будем, ребят. Ближе нам не надо, потому что... Все, в общем, эта часть вступительная была. Уже включим съемки, когда начнется салют. О, музончик нам подкатил.